Как сделать скрытый слив в уличной купели фурака, чтобы его не было видно снаружи купели? Для этого нужно разместить его под деревянной облицовкой уличной купели. Чтобы иметь доступ к нему, мы изготавливаем специальную дверцу со скрытыми петлями. Для того, чтобы дверца самопроизвольно не открывалась, установлен магнитный замок. Кран находится за утеплителем. Только не забывайте закрыть кран после слива купели, так как если вы его не закроете, то купель вы никогда не наполните. Вот в этом, наверное, и есть маленький минус такой системы, что не заглянув за дверцу, вы не увидите, в закрытом или открытом положении находится сливной кран. А как вы планируете расположить сливной кран из купели? Ответ пишите в комментариях. Goodwood. Укрепляй здоровье, наслаждаясь жизнью.